сказал Господь своим ученикам: «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною. Сия сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Евангельский отрывок, который мы сегодня слышали, является завершением прощальной беседы Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа со святыми апостолами. И в конце этой беседы Господь говорит Своим ученикам: «Доселе Я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». По словам святителя Иоанна Златоуста, если до сего времени Христос чаще всего изъяснялся притчами, которые не для всех были понятными, то с момента воскресения Господь общается с апостолами прямо, открыто возвещая им истинное Царствие Божие. Утешая апостолов, Господь говорит им: «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». Этими словами Сын Божий говорит, что взаимоотношения апостолов, а через них и всех православных христиан с их Небесным Отцом, переходят на более высокий уровень. Они приблизятся к Богу за свою любовь ко Христу и веру в Него, тем самым удостоившись ответной любви со стороны Бога Отца. Вот почему теперь для Христа нет необходимости говорить притчами. Духовно Его ученики уже достаточно выросли и отныне способны вместить все то, что Господь намерен им открыть. Слушая Христа, апостолы сказали: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Посему веруем, что Ты от Бога исшел». И здесь Господу приходится несколько расстроить учеников, так сказать, спустить их с небес на землю. Господь говорит им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и Меня оставите одного». Господь не отрицает того, что апостолы верят в Него, однако предупреждает их, что грядущие события произведут переворот в их душах, и страх за собственные жизни не позволит им все же проявить свою веру до конца. Однако сразу же после таких нелестных слов в адрес апостолов Господь дает им и утешение: «Но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир». Если бы Христос был просто человеком, то, конечно же, Он никогда не смог бы совершить всего того, что Он совершил. Все то, что Он переживал, и особенно в последние дни Своей земной жизни, никто из людей вынести не смог бы. Потому что тяжесть осознания того, что ты один, что твои ближайшие сподвижники тебя оставили или даже предали, просто сломало бы человека. Но Христос не простой человек. Он Бога-человек, и Бог-Отец всегда был и есть с Ним. И именно это поддерживало Господа Иисуса Христа. В самом конце беседы Господь предупреждает учеников: «В мире будете иметь скорбь». Однако сразу же после этого Он успокаивает их, дает им надежду: «Но мужайтесь, Я победил мир». Преподобный Исидор Пелусиот замечает,
Настоящая жизнь – ничто иное, как поприще подвигов и борений. Венцы же и награды – удел будущей жизни. Всех верных Христу впереди ждет множество скорбей, потому что погрязший в грехах мир ненавидит Господа и не принимает Его учения. Но общение с Богом, единение со Спасителем способно дать всем верующим людям душевный мир, спокойствие духа, кротость, смиренномудрие и готовность все претерпеть ради Христа и Его правды. Торжественный возглас Господа «Я победил мир» в тот момент, пожалуй, был еще непонятен апостолам. Ведь, по сути, о какой победе могла идти речь, если столько ужасного должно случиться в ближайшие дни и часы? А потому ученики видели впереди скорее не победу, а полное поражение. Однако светлое Христово воскресение все расставило по своим местам. Когда апостолы по завету Господа, преисполненные Духом Святым, пошли проповедовать учение Господа Иисуса Христа в мир, когда в истинную веру стали обращаться огромные массы народа, когда даже мучения, страдания и сама смерть не могли сломить веры последователей Христовых, тогда и вспомнилось апостолам, сказанное некогда их Божественным Учителем. Сегодняшнее евангельское чтение научает нас двум очень важным истинам. Первая из них говорит о том, что Богу необходимо верить всегда. Несмотря на то, что вокруг, казалось бы, все очень плохо и практически беспросветно, только вера в Бога может изменить ситуацию. А если даже и не саму ситуацию, то хотя бы восприятие верующего человека, наполнив его сердце миром и покоем Божьим. А вторая истина в том, что верующий в Бога должен непрестанно молиться. Господь неоднократно говорит «просите и получите». Но при этом наша молитва должна сочетаться с упованием на Бога. Преподобный Никодим Святогорец пишет, «Надлежит нам приступать к молитве с таким настроением, чтобы мы желали одной божественной воли, а никак не своей собственной. Мы должны помнить, что Бог всегда рядом и что Он всегда поможет нам, если мы Ему верим и любим Его. Будем же во все дни жизни нашей через познание Бога и любовь к Нему стремиться снискать совершенную радость о Господе, дающую неизреченные блага земные и духовные».